Всем привет! Сегодня у меня в ремонте BMW M4. Ремонт кузова. Итак, машина у меня в мастерской. Владелец разобрал машину и починил подвеску заднего колеса. Это основные повреждения. Я думаю, для ремонта он привез недостаточно деталей. Для ремонта он привез заднее крыло, дверь, переднее крыло. Кроме этих повреждений, повреждена передняя стойка и весь порог. Также будут повреждения внутренних элементов задней четверти. Итак, я снял поврежденные детали, которые смог снять, установил машину на стапель. И теперь буду вытягивать четверть. Как вы видите, крыло уже в шпаклевке, а значит, что этой машине не впервые ремонтироваться. С вытяжкой я закончил, снимаю крышку багажника и приступаю к удалению заднего крыла и передней стойки. Часть порога и заднего крыла я заменю, а часть передней стойки и порога мне придется отравнять. Удаляю сначала переднюю часть. Переднюю часть я удалил, внутренний усилитель дверной завесы тоже поврежден. Его я тоже удалю. Теперь удаляю заднее крыло. Итак, крыло я удалил, сделал измерение и был разочарован. У части кузова изменена геометрия. И мне надо ее восстановить.
Ну что, геометрия на месте. Разберу эту конструкцию, удалю еще несколько маленьких элементов и начну равнять и устанавливать поврежденные части передней стойки. Внутренний усилитель приварен. Теперь отравняю внешний металл, установлю его и приварю. We'll be right back.
Передняя часть привалена. Теперь мне надо исправить заднюю часть. Так как из задней части у меня есть только заднее крыло. Остальное мне придется отравнять. Устанавливаю переднюю дверь и заднее крыло. Проверяю зазоры. Установил заднее крыло, дверь и переднее крыло. Проверил зазоры, места соединений. Есть необходимость подкорректировать пару мест, и тогда можно все устанавливать и варить.
Сварочные работы закончены. Места сварки и ремонтных работ покрываю грунтом. Некоторые швы герметиком. После этого устанавливаю двери и крыло. Итак, правую сторону я сделал, мне осталось исправить несколько элементов. И тогда работа с металлом будет закончена. Это несколько вмятин на заднем крыле, вмятина на переднем и несколько вмятин на крыше. Ремонт начну с крыши. И последнее, переднее крыло. Оно сделано из алюминия, поэтому надо его ремонтировать нагретым. Крыло я исправил, устанавливаю фары, задние фонари, задний бампер. Моя работа закончена. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 110 часов.
на сегодня у меня все. С вами был Атур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!